Вас приветствует студия «Трансформация» Сергея Скляренко в медитации 14-й код судьбы. Энергия исцеления, зрелой души и искусства. Эта медитация позволит вам окунуться вглубь себя, исцеляя от негативных эмоций, поможет восстановить внутренний баланс и соединиться с своей душой. Расположитесь как можно удобнее, закройте глаза и плавно войдите в медитативное состояние. Сделайте глубокий вдох, задерживайте дыхание на 3 счета и медленный выдох. И еще раз вдох, задержите дыхание на 3 счета и выдох. И еще раз вдох и медленный, плавный выдох. Вы постепенно погружаетесь в расслабление, отпустите напряжение в висках, расслабляется ваша челюсть, шея. Мягкое расслабление растекается по всему телу вниз. Ваши плечи расслаблены. Напряжение покидает вас, освобождая грудную клетку. Расслабляется ваш живот, бедра. Расслабляются ваши ноги. И вы ощущаете расслабление во всем теле. Ваши мысли превращаются в дымку, растворяясь в полном безмолвии. Дыхание становится более спокойным, практически незаметным, и мысли полностью перестают вас беспокоить. Дышите. А сейчас ощутите себя в огромной комнате. Она может быть абсолютно пустой и темной, а может слегка освещенной. Это может быть ваша комната или совсем незнакомое место. Вы оглядываетесь по сторонам, вокруг никого, лишь возникающий перед вами лифт. Вы подходите к нему ближе, входите в открытую дверь, дверь за вами закрылась, и лифт начинает стремительно спускаться вниз. Вы чувствуете давление под ногами от спуска, вам становится немного страшно, перед глазами начинают возникать воспоминания, фрагменты из жизни, возможно, не всегда приятные. Вот юношеский период. Вы видите яркие события или это моменты неверия в себя, неуверенности. Всплывают образы людей, которые оставили отпечаток вашей жизни. Возможно, вы стали этим человеком для кого-то. Не анализируя, наблюдайте со стороны. Как фильм. Это ваш фильм, и вы его главный герой.
наблюдайте за всем, что идет. Сейчас вы видите картинки из детства. Кто рядом с вами? Время отматывается назад, и вы видите себя уже младенцем. Еще назад, и вы оказываетесь в утробе матери. Вы чувствуете, как лифт медленно замедляется, отвлекая вас от воспоминаний, и останавливается. Дверь открылась, и перед вами возник красивый берег у реки. Он покрыт зеленой травой, цветами, растениями. Вы слышите пение птиц. Любуясь этой красотой, вы приближаетесь к реке. Вода в ней волшебная, целительная. Она переливается ярким серебристым светом. И отводя взгляд от реки, вы видите, как перед вами возникает огромный ангел. Это ангел воды. Он любящим взглядом смотрит на вас, направляя рукою к реке. Вы с чувством доверия и безопасности делаете шаг в воду. Ангел коснулся реки своим огромным крылом, и вода в ней стала вибрировать. Вокруг вас образовалась воронка из вибрации. Она поднимается выше, мягко и бережно обволакивая тело, вытягивая из вас весь негативный опыт, травму, болезненные воспоминания. Вы чувствуете, как ваше физическое тело исцеляется, становится легким и чистым. Вибрация постепенно утихает, и вы полностью окунаетесь в целительную гладь воды, уходя на самое дно реки. Воспоминания снова начинают приходить. Вы видите огромную сияющую фигуру. Это ваша душа. Видите, как она планирует ваше рождение, выбирает ваших родителей и ожидает подходящего момента, чтобы вновь воплотиться. Она прописывает все детали сценария вашей жизни, задачи, которую вы проходите на протяжении жизни. Она из воплощения в воплощение накапливает опыт мудрости веков. Вы вспоминаете, как настал этот момент, момент вашего зачатия. Вода снова начинает вибрировать и выталкивать вас на поверхность. Ощутите, как вы поднимаетесь и оказываетесь над рекой. Напротив вас появилась эта прекрасная светящаяся фигура. Она приближается к вам ближе. Вы ощущаете трепет, легкое волнение,
Она приближается еще ближе, всматриваясь вам в глаза. И тут вы осознаете, что это ваши бездонные глаза. Это светящаяся, прекрасная фигура и есть вы. Все тело начинает трепетать ярким светом, соединяясь с душой, возвращая каждую свою частичку. Вы чувствуете целостность, спокойствие, доверие, благодарность и радость. Вы ощущаете невероятную безусловную любовь. Я есть единая, любящая, вечная. Шепотом повторяете вы. Ваша душа накопила опыт веков. Она пришла на эту землю в человеческом теле, чтобы раскрыться через свои творческие, целительские способности, чтобы через искусство и красоту вдохновлять, исцелять человеческие души. Вы наделены глубиной и мудростью, иным восприятием, видением этого мира. Работайте со стихиями воды, исцеляя себя и помогая другим. Очищайте себя от обид, неверия, грубости, медитациями и умением прощать. Придерживайтесь умеренности, бережно относясь к своему внутреннему состоянию. Прислушивайтесь к интуиции, так общается ваша душа. Питайте душу позитивными эмоциями, раскрываясь через творчество. Заботьтесь о вашем теле, храме вашей души. Ощутите свою ценность, целостность. Учитесь радоваться малому и благодарить. Несите свет своей доброжелательностью, тактичностью, неповторимым вкусом, уравновешенным нравом, в целостности и единстве с душой. Этот мир становится прекраснее благодаря вам и вашей душе. С ощущением наполненности, внутренней гармонии и единства вы оказываетесь в комнате и постепенно выходите из медитации. Пошевелите пальчиками рук и ног и медленно открывайте глаза. С любовью и наилучшими пожеланиями для вас, кармолог, психолог Инна Культасова.